Покос в разгаре. Избавить городские улицы от зарослей взяли на себя задачу власти Иваново. На весь период активного роста зелени они выделили чуть меньше 6 миллионов. Средств должно хватить на выкашивание растительности и вывоз мусора. Работают бригады ежедневно, если нет дождя. На сегодняшний момент работают две бригады. Планируется выставлять третью бригаду, она сейчас формируется. На сегодняшний момент на 2019 год выделено 5 миллионов 700 тысяч рублей. Это порядка 1500 метров квадратных. В этом году мы выкосим травянистой растительности. В первую очередь рабочие выкашивают центральные улицы и магистральные проспекты, а также городские парки. За сезон работы там ведутся 4-6 раз. Бригада выезжает, когда трава достигает определенной высоты. Ни центральные, ни магистральные улицы у нас выкашиваются в плановом порядке. Значит, междворовые территории, территории отмежеванные для многоквартирных домов, выкашиваются силами ТСЖ, там, ЖКО, там, люди должны обратиться туда, ну, соответственно, со своим заявлением. В ближайшие пару дней косить траву будут на улицах Смирнова, Лежневская и Ташкентская. Несколько человек косят, остальные убирают траву в мешки и сметают остатки. Сено вывозят на полигоны, вместе с ним и мусор. К слову, в прошлом году в плане мэрии было выкосить большую по размеру территорию. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.